4 ноября на воссоздаваемом соборе Казанской иконы Божьей Матери появится позолота, кресты и иконостас. Чуть больше года до полной росписи и церковного убранства. Восстановлено уже 40% наружных икон. МЧС России по Татарстану на время чемпионата мира по футболу запретило судам передвигаться по Казанке. Это касается маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов. Запрет не распространяется на те, что задействованы в подготовке к чемпионату. Президент республики утвердил дни проведения Сабантуя в этом году. В сельских населенных пунктах и районных центрах он пройдет 16-17 июня, а в Казани и Набережных Челнах 23 июня.